Я выхожу из подъезда. Такой у нас в подъезде цветочки. Рано утром. И когда выходишь рано утром, тебя встречают коты. Видите? Много котов. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья. И сегодня я хочу сделать небольшой влог из моих небольших видео, которые я делала уже, которые я сегодня еще сделаю. Такой небольшой микс, сбор информации, которую я бы хотела вам показать. Я сейчас нахожусь в городке Ачикастелло, рядом с Катанией. Небольшой городок. Его замок там вдалеке. И на что я вам хотела обратить внимание. Я сейчас жду автобус. Здесь недалеко. Автобус, кстати, кому интересно, для туристов, которые приедут, 534 за 1 евро. Не надо для этого делать экскурсии, потому что сюда есть экскурсии минимум, там деньги. Так вот, я стою на остановке, да, смотрите, вот это вот остановка. Автобус здесь один только проходит. Посмотрите, как на остановке стоят машины. То есть здесь машины ставят как хотят и делают, что хотят. Вот видите, вот домик, дверь сразу, вот машина, и дальше ездят машины. Улица не широкая, узкая, две полосы, но машины вот так ставят. То есть на автобусной остановке это везде, не только здесь, в Ачикастелло, это везде, в Катании, прямо на линиях пешеходных будут стоять машины, заставлены, причем полностью. Надо их обходить. Нужно обходить эти пешеходные линии, потому что машины не стоят. Я зашла в супермеркапу. Ложи, ложи. Мэтти. Где? Эй, как готовятся к Пасхе. У них пасхальные яйца. Шоколадные продают. Но цены на них, вот смотрите, в евро. О. То есть цены такие конкретные. За какой-то... Оно ж пустое внутри. Вот так выглядит все это. Различные яйца. То есть это супермаркет. И вот такие у них пасхи. Такие пасхи у них продают. Сразу с бутылкой шампанского. Цена. Уже со скидкой. Оферта. Вот такие. Называются у них коломбо. Без шампанского цена 2,49. Тоже уже оферта, потому что скидка, то есть потому что вот такие пасхи у них продают. То есть цены различные. Они очень вкусные на самом деле. Вверх ногами показываю, да? Вот такие с шоколадом внутри. То есть они все в коробках с ручечками, очень удобно. Видите? Вот с ручечкой так берешь. То есть вот это такой ряд. Вот это такой ряд вот, приготовления к Пасхе. С
супермеркату. Огромное яйцо продается в супермаркете по цене 60 евро. Шоколада. Шоколадное яйцо, представляете? Вот такие вот яйца. Мы зашли в бар выпить кофе. И в баре тоже висят яйца пасхальные. Прямо наверху. Видите? А также газеты все читают. Из супермаркета мы тоже вышли с покупками для Пасхи. Коломба, шампанское и шоколадное яйцо. Вот так оно выглядит. Это Гарибальди. По-местному они ее называют Фортина. Этой арке уже больше, чем 300 лет, и она под защитой ЮНЕСКО. То есть, если вы придете на пьяцу дома, центральную площадь Катании, то вверх по Виа Гарибальди, она находится на самом верху. Пьяца Палестра, она старенькая, поэтому она такая вот простая. Сама здесь всегда собираются местные жители по утрам и по вечерам. Такого особенного здесь ничего нет. Вот хочу вам показать, как видна наша гора Этна. Она отовсюду, в принципе, видна. Вот сегодня она, видите, так слегка покуривает. Немного на ней снега. Спокойная сегодня наша гора. Монтанья. Это у нас велосипедная дорожка. Вот в таком виде у нас продают артишоки. По-сичильянски, итальянски это карчофи. Прямо из машин, большими пучками, по 25 штук, где-то 3 евро, 3,50. 25 штук сейчас в данный момент. Вот в такой машине. Как же красиво, когда светит солнце. Есть пес. Вот такой он. Лежит задумчивый. Я взяла себе в стаканчике мороженое. Оно внизу с шоколадом, сверху просто белое. Потому что здесь мороженое продают даже вот. Это у них на завтраке с булочками вот в таких вот машинах. Джелато, гранита и все остальное. Сейчас буду кушать мороженое. Это такой завтрак. То есть я взяла без булочки мороженое евро 50. С булочкой, гранита. Это немножко другой консистенции. Но тоже мороженое. Булочка и гранита 2 евро. На этом буду заканчивать сегодняшнее утро